Тупица, ты что делаешь? בדדוק, אני חיית. Sim, ah! The Kani and Yao! No! Sinine! Kemer Wen, Nesu! Ah! Robin, eh?
בדדוק, אני חיית. תהיה נט שחילי. Стой! Стоять! Готов. Что ты? С дороги, эй! Тебе конец! Я за подмогой! Что? Я! Стреляй! Зараза! Сейчас подстрелю! Не убежишь, мразь! На нас напали! Не убежишь! Thank you.
Эй, это что еще такое? Что это? Надо действовать аккуратно. Эй, стоять!
Боги любят щедрых людей. Что? Рады бхэцэм? Нью, дар хархауат, дээр. Папа, а у меня будет много детей? Я надеюсь, что ты подаришь нам с мамой много внуков. Тогда мне нужна жена. Ты юн, сынок. Ни к чему спешить. Я не буду. Но что, если мне уже пора? Сначала ты должен стать меджаем. О, Таурт. Бегемот на двух ногах. Та, что носит солнце. Она богиня плодородия и рождения. Владычица горизонта. Она приносит разлив реки Ар. Oh!
Эй, ты! Тебе здесь не рады! Сдохни, свинья! Куда целишься? Умри! Вижу врага!
Место хорошо охраняется. Что ты? Зараза! Ага! Вот ты где! Но теперь уже поздно. Остаюсь, да? Вижу. Нужно быть осторожным. Эй, это что еще такое? Эй, выдыхаешься? Ага. Тебе конец. Thank you.
Вот ты где! Убью! Но! Но! Эй, что? Сдохни, тварь! Что? Эй! Я убью тебя! Сдохни, тварь! Лучше не привлекать внимания. Эй, что? Не убежишь! А вот и ты! Нашел! Радуат! Нахабет хуэн нежес хэперэ! Что? Тебе здесь не рады. На куски порву. Ходим, Бетти. Ходим, а? Thank you.
Хем хотеп не фер уэрэд? Я айе таю. Релу? Нар суча! Ерен ху! Духе нет! Any spirit? Увидят, сразу накинутся. Беде дук, а не тхает. Автогар не идиота отайкус. Знаете же, это проклятие! Проклятие у Аджит! Змеи! Около дома!
ночью! О чем ты? Какое еще проклятие? Между греками и египтянами пропала гармония. И боги разгневались. Я на Нефер, и я не знаю, грек я или египтянин. Ведь я сирота. То есть пропала? Объясни. Это египетская богиня насылает змей на греческие кварталы по ночам. Жалят только греков. Ход вещей нарушен. Сам проверь. Это к северу от виллы. Ладно, разузнаю, что смогу. Оказывается, это не так просто. Ауисепет! Нарсуча! Нек, что это? Боги гневаются. Звук шел с севера. Должно быть, это связано с проклятием. Что произошло? Нужно разузнать. О, чую запах горелой плоти. Откуда здесь взялся кувшин? Похоже, внутри кто-то есть. Откуда здесь взял? Змея! Их переносили в этих кувшинах. Еще одна жертва проклятия Уаджит. Третья за неделю. Эти греки сами виноваты, вот что. Но кто меня спросит? Я всего лишь скромный египтянин-смотритель, что убирает за этими некит едет. Эй, погибли люди! Помолчи! Я осмотрюсь. Лучше бы ты помнил о цвете своей кожи, сынок. Нам всем нужна гармония, а не бездумные осуждения. Мы построили святилище в пещере под развалинами храма. Идем с нами отдать почести Уаджит. Египтяне должны быть вместе. Может, позже, когда осмотрюсь. Морьяс параске вазмата туда местин. Ма ине динатон, ти симпенни, ти! Охи, охи! Τις μείζονος αφροσύνης. Σάνε. Καλά ο Τεσού. Такие же кувшины я видел в греческих кварталах. Они тут разводят змей! Боги, не терплю змей!
Искусное святилище Уаджит, богини змей. Судя по всему, мне не придется искать смотрителя. Он сам меня нашел. Он внутри! Выйди, сразу грекам? Выходи, гнусный ионийский раб! Подчинись хозяину, как греческий пес! Я борюсь за Египет! А ты за кого? Вот что Птолемей сделал с Египтом. Баланс был нарушен. Только злоба и раздор. Но я могу спасти пленника. Люди Смотрителя держат его в Пануке. Смотритель использует богиню, чтобы убивать греков. Столько ненависти. Видела бы Айя. Об этом и говорил Заика Ненефер. В Египте нет гармонии. Еще одно злодеяние Смотрителя. Эти греки оказались не в том месте и не в то время. Убежище Смотрителя где-то впереди. Запах гниющей плоти. А что случится с этим греческим заикой, что внутри? Его принесут в жертву Уаджит, когда придет смотреть. Жертва крови? Жрецы давно это запретили. Священные традиции наших предков осквернены лживыми учениями. Поэтому Уаджит... Умри!
Adidi, da evang chum heyu. Ha, jaja. Фрукты, зерно, вино. Должно быть, смотритель одарил своих людей. Еще одно святилище у Аджит. Можешь встать? Хвала Серапису, ты здесь! Встать не могу! Меня били! Тихо. Я вынесу тебя. Пойдешь сам? Меня били, потому что думали, что я грек. Стой, ты не заикаешься? Я так испугался в тот раз и стал заикаться. О, боги, правда не сыскать. Ну, ты жив, Ненефер? Цени это. Я-то жив, но ход вещей нарушен. Ты ведь знаешь, Меджай, что все люди должны жить в гармонии. Пусть Серапис нам поможет. Культу Смотрителя пришел конец. Но Ненефер прав. Баланс в Египте нарушен. И виной тому Орден Древних.